Меня большое спасибо за вашу помощь. Очень рад. Господин премьер-министр, рад видеть посланца острова Свободы в Беларуси. Говорить что-то о белорусско-кубинских отношениях, характеризовать их, я думаю, нет никакой необходимости. Мы всегда, всегда, насколько я помню, последние десятилетия поддерживали с вами самые теплые дружеские отношения. Вы должны знать, что и впредь мы будем придерживаться этих же подходов на дипломатическом, политическом уровне, если хотите, можно сказать, идеологическом уровне. У нас нет абсолютно никаких расхождений. Но вы, как человек практичный, возглавляющий правительство, прекрасно понимаете, что основой всего этого, фундаментом является экономика. Вы знаете, изучая, готовясь к этой встрече, изучая весь спектр торгово-экономических отношений, я обнаружил, что нам надо серьезно экономические и торговые вопросы подтягивать к вопросам политическим. Вывод с моей стороны один. Торгово-экономические отношения значительно отстают от политических и гуманитарных. Господин премьер-министр, я глубоко был погружен в наши отношения и сейчас в том числе. Я вижу, что уже десятилетиями некоторые вопросы мы их из встречи в встречу перебираем, пытаемся как-то их озвучить, но движения по ним нет. Поэтому, опять же, как и с другими, вот я недавно говорил с странами, нам надо провести ревизию наших отношений и вычленить те направления, по которым мы будем сотрудничать, и решать те проблемы, которые сегодня надо решить, но они не решены. Неизменным, господин премьер-министр, было и остается то, что мы, как высокотехнологичная страна, будем выстраивать наши отношения с Латинской Америкой. И, естественно, точками опоры, если можно так выразиться, будут всегда служить Куба, Венесуэла, Никарагуа в первую очередь. Ваш визит мы рассматриваем именно в этой плоскости. Мы очень рассчитываем, что мы значительно пробавим в наших торгово-экономических отношениях. Это же не дело, что у нас чуть переваливает торговый оборот за 10 миллионов долларов. Давайте, господин премьер-министр, будем использовать лучшие компетенции двух стран для того, чтобы углубить торгово-экономические отношения. Сеньор премьер-министр, вам уса... И поднять их до уровня политических и гуманитарных. Большое спасибо, господин президент. В первую очередь еще раз хотел бы поблагодарить за такой теплый прием и за возможность встретиться с вами. И за все те проявления тепла, которые мы ощущаем с момента нашего прибытия, что заставляет нас чувствовать себя как дома здесь. В первую очередь я хотел бы передать по поручению нашего генерала армии большое теплое приветствие в ваш адрес. А также теплое приветствие от имени президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля и его очень теплые воспоминания от визита в Минск в 2019 году. Я очень внимательно сейчас выслушал вас и полностью согласен с тем, что вы сделали самый точный анализ двусторонних торгово-экономических отношений между нашими странами, которые существуют в настоящий момент. И когда мы готовились к этому визиту, мы также нацелились на то, чтобы предложить изменить эту ситуацию. И, соответственно, двум премьер-министрам наших стран необходимо провести эту работу, чтобы обратить вспять эту ситуацию и конкретизировать ее конкретными проектами.